Юстон, у нас проблема. Я посмотрел стоимость отеля сейчас в Махачкале и офигел. 10 тысяч рублей за ночь. При этом доступно всего два отеля. Отель Жак, в котором я смог, когда я ездил, жил. Сейчас там ближайшие номера, по-моему, 10 мая только будет. И то 10 мая цена 11500. Что, будем жевать? В машине спать? Я не знаю, что делать. В машине просто стоит бензин там 600 рублей, а десятку за ночь отдавать, это прям вообще жесть полная. 10-11 тысяч. Это очень дорого. Я помню, как в Гонконге, в Бангкоке я жил, в отеле W, это дорогая сетка, там ночь стоила, переводе на рубли, 14 или 15 тысяч. Но там уровень просто капец. А тут Махачкала. Не, город-то прекрасный, но цены пипец. А все потому, что сейчас внутренний туризм хочет собрать максимальное количество бабла. Не знаю, что делать. Будем думать. Ну и вы уже поняли, я записывал всякие видосики с дороги. Катя мне помогала. Мы в Махачкале. Ой, какой Махачкале, блин. Тьфу, блин. В Дагестане. А до Махачкалы нам еще 123 километра, 2 часа 20 минут ехать. Вот дорога из Чечни в Дагестан, она очень красивая. Я немножко под кадров вам записал. И, возможно, больше бы останавливался, но фигачит дождь такой сильный. Как в Таиланде зарядило вообще. Мы всю дорогу едем, он льет. Я надеюсь, завтра будет получше погода. Потому что если вот так вот постоянно дожди, это, конечно, полный отстой. Скажи, вообще толком ничего не посмотришь. Либо реально где-то дождевики найти. Дождик немного рассосался, и я решил выйти. Все-таки мне тут понравилась одна долина. Там горная река очень сильно бурлит. Сейчас вам покажу. Надо забраться вот сюда каким-то образом. А, ну хотя она тут, видите, практически плоская. Нормас. Вот, еще раз осуждаю. То, что на траве, на камнях очень много стекла. Вот тут, видите, можно вообще ногу в легкую поранить. Хочешь ко мне? Катюх, я не знаю. А, ты прям здесь хочешь? Не-не, не стоит. Не надо. Вот так вот вокруг обойди. У меня только просьба, будь аккуратней, там куча стекол. Не проткни ногу. Не надо сюда лезть. Серьезно, обойди. Я все равно тебя не слышу. Прибежала. Красиво, да, тут? Самое главное не геройствовать и не бегать. А то тут сорваться вообще. И привет, пока. Никто тебя не спасет. Круто, да? Тоже что-то снимает. Как блогер там что-то разговаривает, рассказывает. Я говорю, такой камушек большой. Как моя жопа. Сделал Кате несколько фоток. Говорит, все не так. Там складочка, там неправильный взгляд. Сейчас будет мне рассказывать. Ну? Подожди, я смотрю. А я тебе говорю, не так все просто. Ладно, в общем, сейчас пообучаюсь и поедем дальше. Дали мне пояснение, чтобы камень не обрезался, чтобы вот эта штука, лэп, ее не было видно, и чтобы кусочек веточки еще. Ой, господи, ну и задачку ты мне сдала. А? Бери камеру, будет удобнее. Дольче Габбана, ну да, я себе. Тебе говорю, Дольче Габбана. Вот так вот. Вот это да. Ну все, погнали? Погнали. Ой, ну я погнал. Все, оставляю тебя в Дагестане. Я обиделась. Сейчас такое красивое предзакатное солнце. Дождь прошел. На улице 16 градусов.
Хотел вам еще немножко красоты показать, не пугай меня так. Ты, кстати, по какашкам прошлась. Нет, я не прошлась по ним, не переживай, я видела. Вот, смотрите. Прикольная долина, отойди. Очень красиво. Где ты солнце увидел, предзакатное? Предзакатное... Не, почему, я не говорил солнце. Ты сказал предзакатное солнце. Сейчас такое красивое предзакатное солнце. Предзакатное время, я сказал. Да? Катюх, ты уже всю память телефона забила, нет? Еще нет. Ты хочешь снимать и снимать. Это мы только въехали. Хотя камера не передает, вообще не передает. Это не то. Вот я сейчас делала видосик, подборочку из видов красивых из окна под музыку. Я сейчас его выложу в телеграм. О, мечеть красивая. Да. Я делала эту подборочку, я как-то пересматриваю, думаю, да, ну в жизни намного лучше было, чем на этом видео. Не то. Ну, понятное дело. Но все равно. Так вот со стороны посмотреть, тот, кто не может путешествовать или нет возможности, все равно интересно. Так, туннельчик здесь. По-моему, он очень длинный. Или это не он? Не помню. О, котейка рыжий. Смотри, тык-тык-тык-тык. Нет, он короткий. Не, это маленький. Значит, я его путаю. Разрезали, мы где-то в серединке горы видим. Это очень классно. Такого я еще не видела. Я видела вдалеке, там как-то, ну, рядом горы видела, но они покрыты либо снегом, либо травой. А здесь прям такие каменные, такие высокие стены огромные. У меня слов нет. Вот через камеру не видно. Если вот так вот смотреть вверх, это же с ума сойти. Причем страшновато, потому что вот эти камушки, которые вот справа, ты снимаешь? Да, да, снимаю. Там именно видны трещины. То есть через какое-то время, может через месяц, может через год, через два, они как бы опадают потихоньку. Никогда не поймешь, в какой момент это произойдет. Да, если об этом задумываться, конечно, становится не по себе. Такая махина, как отколется вот внизу, только что. Да, да, да. А весит такая, между прочим, тонну, несколько тонн. Ну, то есть, прям вообще. Да. О, сумасшедшая дорога. Здесь очень много камней внизу валяется. И больших, и маленьких. И когда-то же они как бы выпадают и просто с дороги там убирают службы всякие. И да. Все. Да. А так-то, ну, то они есть, падают. Вот едем, они прям над нами. Да. Прям хочется побыстрее все это дело проехать. Но опять же, на этой дороге страшно быстро ехать, потому что можно в обрыв слететь. Поэтому нужно как бы и не быстро, и не медленно сильно. Ну да, баланс. Еще встретить птицу огромную, как в прошлый раз мы встретили. Вообще, когда на Джилосу? Да. Вот он, туннель. Подпишу к видосу, как он называется. За жесть. Нифига себе, куда мы попали? Только что была нормальная погода, я думал, наоборот, теплее станет, а тут дождь и вообще ничего не видно. Офигеть. Мне кажется, это даже хуже, чем мы сегодня ездили. Тут
погода резко поменялась. Плюс 15 стало. После тоннеля. Проехали через тоннель длиннющий. И все, и ничего не видно. Я в шоке. Что там, говоришь, солнце, да, Махачкале? Что-то вообще не верится. И смотри, вот как ехать. Видимость, ну, где-то 20-25 метров. Переборщил. Продолжаем делиться новостями. Туман ушел. Прошла минута, ну или 2 минуты. Ну да, буквально 2-3. Меняется, я в шоке. Мы, в общем, ехали несколько минут назад до этого туннеля. Просто были высоченные каменные стены. Сейчас мы выехали с туннеля, появился какой-то туман, просто несколько метров видно и все. Потом туман прошел, и я вижу зелень вокруг. Никаких камней, никаких скал этих высоченных. Одна трава, деревья. Вообще, я не понимаю. Нравится? Нравится. Очень. Здесь только немножко камни есть. Потому что мост раздолбанный. Надо было мне раньше начинать снимать. Ну, хотя видно, что много зелени. Вот. Тут уже лето полноценное. Только единственная погода, ну, еще немножко так испортилась в плане градусов. Всего 13. Еще 30 секунд едешь, и тут уже поля. Очень разнообразный, конечно, здесь ландшафт. И тут еще море. Море, блин. Да. Ну, до него, правда, доехать еще надо, да? Но оно есть. Когда я его увижу? Ну, до Махачкалы нам 1:07. А морешка? А морешка, оно в Махачкале. Мы сегодня его увидим? Ну, не знаю, успеем ли. Может, темно уже будет. Мы практически в Махачкале. Сейчас остановились на смотровой площадке. Посмотрим на город. Вот эта часть Махачкала. А на фоне синенькое, то, что вы видите, это море Каспийское. Кажется, что облака, но нет. Сейчас будем решать проблему со сном. Потому что у нас до сих пор нет отеля. И надо будет покушать, куда-то сходить. Вот такой здесь вид. Ну хорошо, хотя бы нету дождя. Это уже радует. Может быть, завтра будет потеплее? Что там вообще говорит прогноз? Не знаю. Посмотришь? Посмотрел. Тест фотка. Все? Сломалась? Да круто, ты покажи, покажи, вот не меня снимаю, вот смотри, смотри, как классно. Так я уже все заснял. Красиво, это. Блин. Это удивительно, тут положили наконец-то нормальную дорогу, появилась разметка, потому что когда первый раз я приезжал, тут был хаос и ужас. Мы приехали к отелю Жак, сейчас пойдем туда наверх кушать, и я заодно залез в авиасейлс посмотреть отель в Махачкале с 1 по 2 мая на одну ночь, 2 гостя, нет комнат. Нет комнат, нет комнат, нет комнат, нет комнат. 63 объекта размещения, нигде нет номеров. Все поехали на майские в Дагестан. Класс. Либо на море пойдем спать, хотя холодновато, 15 градусов. Опять в машине. Я не знаю, что делать. Пушка. Но меня это не парит, на самом деле. Мы с тобой все равно там помылись, голову помыли. Один день, ок, 2 дня, ну дальше. Не знаю. Но это проблема завтрашних нас. Да. Че сейчас расстраиваться из-за этого? Тебя сейчас не парит это? Нет. В принципе, да, мы помылись. На один день можно. Ну или на два. Потом поедем куда-нибудь в отель просить. Давайте мы вам 500 рублей, а мы зайдем в номер какой-нибудь. Пока нет гостей, помоемся там. Не знаю, что еще делать. Ой, что-то я заманался. Ну, пойдем есть. Ребят, минусуем еще. Минус 3020 рублей на ужин. Я вам, в принципе, показывал. У нас получилось салатик и горячее. У Кати супчик и горячее. Это вместе с чаем посчитал?
Ну, чай я отдельно считаю. Я наличными это отдавал. Это уже просто 10% от счета. А, ну и по коктейльчику мы выпили. Сейчас, наверное, покатаемся и будем думать. А хотя, что думать? Да, я еще кофеек себе взял. Я не пил кофе уже... Я даже вспомнить не могу, когда. А в смысле, что думать? Покатаемся и... Не, я просто такой-то выпендриваюсь, подумаю. А думать-то и нечего. Где, нас вариантов нет. Где спать? Ну, конечно же, в машине.